Как вы видите, мы провели покраску пола во всей школе, побелили стены и потолки. 79-я школа Шымкента была построена в далеком 1934 году. 2 сентября за парты здесь сядут более 800 учеников. Чтобы привести старую школу в порядок, из городского бюджета решено было выделить более 1 миллиона тенге. На эти средства здание побелили, покрасили, сделали опрессовку и приобрели недостающие учебные пособия. В этом году нам выделили достаточно средств на ремонт. Благодаря отделу образования и городской администрации мы провели шикарный ремонт школы. Огромное спасибо. А вот школе искусств в этом году из бюджетных денег не досталось ни тиина. Текущий ремонт здания педагогический коллектив сделал за свой счет. Школу мы подготовили в этом году. Не жалуемся, можем работать и дальше. На текущий ремонт 118 городских школ в этом году предусмотрено более 400 миллионов тенге. Не забыли и о важном для детей и педагогов моменте – безопасность. Помимо побелки и покраски классов, решено было оградить по периметру 31 учебное заведение Шымкента. В итоге, сегодня на территории всех 127 школ города есть высокий забор.